Погода Урала отличается непредсказуемостью, и все же снег выпадает ежегодно примерно в одно и то же время. Однако приближение заморозков совсем не пугает артемовских спортсменов-любителей поиграть в суровую мужскую игру на льду – хоккей. Губернатор Евгений Куйвышев принял участие в церемонии открытия 5-го Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд, который будет проходить в Свердловской области до конца августа. Глава региона зачитал приветственную телеграмму президента России Владимира Путина, который отметил, что Кубок мира по хоккею среди молодежных клубных команд – проект, уже состоявшийся и зарекомендовавший себя. Кроме того, Евгений Куйвышев отметил, что принимать соревнования такого уровня – большая честь для Свердловской области. Он выразил надежду, что участники состязаний высоко оценят уровень организации и спортивную инфраструктуру Среднего Урала, а зрители останутся довольны интересными поединками между ведущими молодежными клубами планеты. Дорогие друзья, приветствую вас на Кубке мира по хоккею с шайбой среди молодежных клубных команд. Ваши состязания уже состоявшиеся, отлично зарекомендовавшие себя проект, который прочно вошел в международный календарь значимых спортивных событий. Их зрительский и профессиональный успех наглядно свидетельство растущей популярности хоккея в мире. Отмечу, что Россия принимает крупнейшую жертву. Губернатор отметил, что в Свердловской области немало делается для развития хоккея. Ежегодно открываются новые ледовые арены. Так, в прошлом году было запущено в эксплуатацию 6 кортов. В этом году планируется сдать не меньше. Число занимающихся этим видом спорта в регионе составляет 14 тысяч. По мнению губернатора, Кубок мира позволит дополнительно привлечь внимание к хоккею. Зрители церемонии открытия турнира стали свидетелями грандиозного светового шоу с динамичной картинкой, исполненной на льду в 3D-формате. Кубок мира среди молодежных клубных команд по хоккею проводится с 2011 года. В Свердловской области турнир пройдет впервые и сразу в трех городах – Екатеринбурге, Верхней Пышме и Нижнем Тагиле. В Кубке принимают участие сильнейшие молодежные команды США, Швеции, Финляндии, Латвии, Белоруссии и Казахстана, а также победители сезона 2014-2015 молодежной хоккейной лиги, обладатель Кубка Харламова 2015 – команда «Чайка» из Нижнего Новгорода и наша уральская молодежная команда «Автомобилист». Финальные игры Кубка пройдут в КРК «Уралец» в Екатеринбурге. Уже известно, что все билеты раскуплены. К слову, хоккей развивается не только в областном центре. Участники взрослых и юношеских хоккейных команд Артемовского городского округа с нетерпением ждут открытия городских катков и начала сезона игры в хоккей.